всем привет, дорогие пупсики, с вами я, Артём Фролов, и в данном видеоролике пупсы мы будем с вами трейдить новую, как ее называют, Candy Fox. Это у нас цыпочка из сахарной ваты, она очень прикольная, посмотрите, она настолько гигантская, что меня даже просто за ней не видно. Так, давайте мы ей сразу дадим с вами Fight Potion. Так, Fight Potion ей дадим. Ну а пока я ей даю Fight Potion, вы можете подписаться на мой YouTube каналчик. Также не забывайте включать уведомления, писать свои любимые комментарии. Ну не забывайте влепить драгоценный лайкусик. Также не забывайте переходить по ссылочкам в описании в мой чат по трейдам Робокса, Допми, ММ2. То есть это один чат целиковый. Можете там трейдить что угодно на что угодно. Он находится в Telegram. Там более 70 тысяч подписчиков. Ну то есть участников. Вот. В принципе, все, что я хотел, я сказал. Желаю вам приятного аппетита, приятнейшего просмотра. Ну а мы начинаем. Погнали! У тебя нету питомцев или робоксов, и ты очень хочешь сильно их получить? Тогда это телеграм-канал для тебя. Робоксы бесплатно, ведь только там проходят абсолютно бесплатные конкурсы на питомцев, также робоксы. Также там есть бот, в котором ты можешь получить робоксы абсолютно бесплатно. Все ссылочки ты можешь найти в описании, также в закрепленном комментарии. Ну либо же ты можешь найти данный телеграм-канал в поиске, введя робоксы бесплатно. Так, ну что ж, я зашел на какой-то сервачок, у меня лагает робокс, все скины какие-то серые, но вроде бы что-то прогрузилось. Она очень топовая, здесь, кстати, у нас нету таких питомцев, стоит она у нас 600 бубоксов, 600 рубоксов она у нас стоит, да, плюс Flyride Potion. Ну, в принципе, я надеюсь вообще получить за нее Flyride Наташку-черепашку, но не знаю, мы посмотрим. Кстати, так, сразу прилетает трейдик, я надеюсь, сразу будет хороший. Потому что первый трейд обычно всегда уже задает планочку, так, и дают нам Тортуга. Подождите, нам черепаху вот эту что ли дают или нет? Что такое Тортуга? Почему не грузит? Алло, Адопми, Адопми, очнись. Что такое Тортуга де ла Исла? Я не знаю, что это такое, но это ультрарарка, у нас легендарка, мне это явно не нравится, я хз. Потому что, скорее всего, это не вот это. Это не вот это. Наверное, нет. Наверное, все же нет. Также не забывайте, опять же, повторюсь, подпишитесь на канал обязательно и включите уведомления, потому что у вас начались каникулы, и вот начиная как раз-таки с субботы, это вот когда вышел данный видеоролик, целую неделю будут выходить абсолютно каждый день новые классные видеоролики. Там реально очень интересные видеоролики, они уже у меня плюс-минус отсняты, то есть там уже есть идеи и концепции, и там реально такие видеоролики, ну, это не просто трейды, это реально интересное видео, поэтому обязательно включаем уведомления и подписываемся на мой каналчик, ну и можно, в принципе, прожать лайкусик данному видео. Так, давайте, я думаю, мы, в принципе, сами начнем кидать трейды, потому что ждать я не вижу смысла, потому что мы знаем, что новый питомец... Ага, у нас здесь конкуренция. Понятненько, понятненько. Тут у нас конкуренция уже начинается. Потому что новые питомцы за робоксы, как вы все знаете, уже давным-давно никому особо вообще не нужны. Ну, камон, потому что они упадут в цене буквально через неделю и упадут, причем очень сильно. Так, мы кинули трейд. Flyride Fury, давайте оцепнем, посмотрим, что да как. Нет, нам не дают Flyride Fury, прикольно. Это прикольно, я вам так скажу. Есть Фламинго, Фламинго, ну, плюс-минус, как черепаха, но если нам не дали Фурию, то хз, дадут ли нам Фламинго. Ну, кстати, питомец реально прикольный, прикольная концепция, прикольно то, что он большой, и, блин. Ну, короче, прикольный пет, но, опять же, вы, ну, разработчики Adopt.me, они уже просто заруинили саму ценность игрового режима, потому что каждую неделю выходит куча питомцев, и то есть эти питомцы, они обесцениваются в разы, то есть в игре уже более 500 питомцев, чтобы вы понимали. Ну и как бы, кому они нужны будут? Никому, вот именно. И нам кинули трейд, и я надеюсь, что это кинул не тот, кто нам кидал в первый раз. Райт Феникс. Так. Добавка ледяной Фейде Айс, короче. Нет, это мало, это очень мало. Райт Феникс, это мало. Супер джупер мау. Есть кенгуру? Давайте попробуем кенгуру. Вот, Тортуга де ла Испана. Походу, это черепаха все-таки. Я не понимаю, почему у меня не прогружается. Но нам давали Тортугу эту. Слушайте, а может на Тортугу эту согласиться или нет? Как вы думаете? Я просто не знаю, Тортуга это она или нет. У меня просто не отображается картинка. АДД. Так, она просит АДД. Ну, давайте попробуем ей дать в АДД. Райт Лань. Это максимальная добавка. Но я просто хочу посмотреть. Естественно, мы сейчас не затренимся, потому что, ну, видеоролик будет слишком короткий. Зачем вообще его туда выкладывать? Но, в принципе, чекнуть НТУ. Ну, раз НТУ, значит НТУ. Так, что еще у нас здесь есть? Да, в принципе, ничего здесь особо и нету.
нам предлагали вот какую-то штуку. И вот я не понимаю, вот это была она или это не она. Ну-ка, дайте-ка я прям сейчас чекну, что это такое. Что это такое, с чем это едят? Ну-ка. Сейчас. Так, где у нас эта черепаха? Я не могу найти эту черепаху. Алло. Мне узнать название ее. Так, вот простая туркли, она на 16 месте. А, вот она, это она? Да, слушайте, нам дали эту черепаху. Эту черепаху нам предложили, но она особо не ценная, вроде как я вижу. Хотя танцующий дракон, радужный дракон. Ну нет, она не прям особо ценная, короче. Но нам дали эту черепаху, мы просто не увидели трейд. Ну, в принципе, короче, норм. В принципе, я думаю, это уже норм. Я не знаю, почему не грузит Adobe. Алло, это, наверное, из-за нового ивента. Ну, короче, мы с вами будем переходить на следующий сервак. Так, ну что ж, зашел я на следующий сервак. Сразу вижу кенгуру. Вижу цель, не вижу препятствий. Кидаем ей трейд. Она как раз, мы успели, она вышла из трейда. Блин, нет, не кидаем нам. Подождите, это кто? Что это такое? Виндерхорсы. Я не понимаю, что с Adobe, как мне видео вообще писать? Алло, очнись. Что такое Виндерхорсе? Что это? Что такое? Давайте переводчик. Виндерхорсе. Ветер лошадь. Что за ветер лошадь? Что это значит? Подождите, может быть это... Это легендарная лошадь, наверное, белая, которая... Погодите-ка. Это кто такая? Он отклонил. Нет, это не шотландский пони. Короче, я не знаю, что это такое, короче, пофигу нам. Я не знаю, потому что Adobe, видите, я не понимаю. О, все, вот теперь грузит. А именно в ту фигню он не грузит. Что это за лошадь? Какая снежная лошадь? Или... Не, ну это не Арсик или не по-любому, нет. Так, кицуне не устроит меня, скорее всего. Клубничный бед есть. Так, есть вот это у нас. Здесь камерамен у нас есть, у него есть блюдог. Блюдог мне интересен. Почему он не прогружается в трейде, я не понимаю, алло. То есть, видите, он здесь же прогружен. И давайте ему дадим добавку Райтлайн. Чё вообще за тенденции какие-то аниме-челы стали везде? Из каких-то аниме-плейсов они берут и копируют. Что это такое? Что-то непонятно, короче, ацепт. Не понимаю я, что он пишет, что он хочет от меня. Но мы ацептим. Нет, он не согласен. Где кенгуру? Где кенгуру? Меня интересует больше всего кенгуру. Черепаха есть. Черепаха тоже надо. Черепаха надо. Черепаха нам нужна. Очень сильно нужна. Так. Вот так и давайте в добавку лайн дам. Так уж и быть. Райд черепаха, в принципе, не флайрайд, поэтому шансы у нас должны быть с вами. Потому что чепа не флайрайдовская. Ну нет, блин, мне надо было вчера идти записывать, потому что питомец вышел вчера, а я записываю в пятницу, а вы смотрите уже в субботу, поэтому в субботу уже, скорее всего, даже трейды будут некоторые не актуал, вообще полный не актуал. Так, клубничный бед, попробуем. Она вообще просто отклоняет мой трейд. А, нет, она просто чужая приняла. Ну окей, бывает. Бывает, в принципе, кенгуру сливнуло сервера. Больше я здесь ничего не вижу, что меня бы устроило, честно говоря. Окей, давайте я просто тогда вот здесь встану и буду ждать трейдик. Так, ребят, мне кинули трейд. Райт Слон, она согласна. Блин, ну это будет очень короткий видеоролик, если я сейчас соглашусь. Если она согласна, я соглашаюсь. Я сейчас посмотрел валюты пета этого, своего которого. И, скорее всего, это байт трейд, походу, да? Потому что она не ставит ацепт. Ну, это странновато, как будто бы. Но мы все же ацептим. И она, скорее всего, отклоняет трейд, как у нас всегда в видеороликах обычно бывает. Да, да, это просто байт трейд. Ну, окей, но нам сразу кидают второй трейд. Сразу. Фэр Козерог. Так, и... Райт Пушен. Ну не, маловато. Это маловато точно, поэтому мы просим добавить. Если добавит, МБ я подумаю, но так нет. Блин, я думал, Райт Слона нам предложит, я уже соглашусь. Блин, давайте мы, знаете, что сделаем? Он, наверное, не добавит ничего нам нормального. Я сейчас забайчу этого слона. Он же нас забайтил просто. Райт Касатка, у меня есть мега касатка. Доупхин, я не знаю, что... А, дельфин это. Не, такое себе. Ну, такое себе. Вот этот слон нам кидал трейд. Да, это этот слон. Это он. Это этот слон. Мы ему кидаем трейд в петинг. Он где-то у нас что-то стоит. Почему-то он не принимает мой трейд. Алло. Может, он пошел чекать валюты?
Нет, он не принимает. Ну, короче, ладно. Или, подождите, или вот этот слон был. А какой слон-то нам кидал трейд? Вот этот нам слон. Нет, у этого ФР. Ну, давайте за ФР предложим. И Фейда Айс дадим в добавочку. МБ прокатит. Может быть? Нет? Нет, нет, не может быть. Это че, опа, трейд сразу прилетел. Это хорошо, это хорошо. А это нехорошо, это вообще нехорошо. Нет, такое себя отклоняем сразу. Я хочу этого чела забайтить, почему он меня забайтил, алло? Опа, он принял, принял, принял. Принял трейдик, смотрите. Мы ему предлагаем фэр кенгуру, фэр павлинчика и райт вот эту. А что, мы понтоваться, что ли, тут будем? А, ну, если на то пошло, ну, давай. Ну, давай. Я его хотел просто забайтить. Hello. Hello, hello. Он отклоняет мой трейд. Так, нам кинули трейд. Это, походу, феникс. Либо... Надеюсь, что черепаха. Нет, фэр дудо вообще. Просто рядом с нами прошла черепаха. Фэр дудо и райт феникс. Так, и... А, и все. А, вообще просто райт феникс. А зачем дудо сувать вообще? Райт даймонд, что-то она хотела дать. Не, не, такое мы не рассматриваем. Оно мне вообще нафиг не нужно, поэтому стоим, ждем. Нет, не ждем. Нам кинули трейд. Это что? О, фэр фурию предложили. Это прикольно. Это уже хорошо, потому что нам до этого фэр фурию не давали. Или это с добавками? Нет, это без добавок, но мы просим добавку. Набиваем цену. Набиваем цену. Нет, он не согласен. Ну, на фурию я не соглашусь. Фурия маловато достаточно. Как по мне. Если бы он добавил что-то, то, в принципе, было бы норм. Я бы согласился. Но мы стоим, ждем трейдик. Так, мне прилетел трейдик, и нам с вами предлагают райт полосатое яйцо, райт пунктирное яйцо, еще три пунктирных яйца, яйцо пустыни, яйцо пустыни. Это мало. Я не знаю, сколько стоит новое яйцо, но это однозначно мало. Поэтому мы жмем deleted. Меня тут уже начинали, начинают узнавать люди. Лури. Что я вообще несу? Вот это опять одна из моих подписчиц, вот она сидит на сове. И она либо хочет забайтить, либо я не знаю что. Я видео. Зачем вы так делаете? Алло, это некрасиво. Я снимаю видео. Все, мы ее блокируем до конца сеанса явно, чтобы больше она нам не руинила трейды. Тут еще вот эта девочка была, она хотела обменяться вот эту на эту. Еще хотела мне добавить неон какого-то там... Какую-то штуку неоновую, короче. Она хотела просто в подарок мне подарить, но я сказал, что я подарки не принимаю. Вот, на этом серваке вообще не густо, я пытался затрейдить вот на эту мегу, хотя, а, уже все, уже нету этой меги. Это, короче, яйцо, которое новое, оно редкое, но я думал, типа, зачем мне трейдить, если он, во-первых, был не согласен, во-вторых, типа, у меня есть зельки роста, и на одном, и на втором аккаунте я могу, если это редкое яйцо, я могу его очень быстро вкачать, то есть толку от этого особого не будет вообще, в общем и целом. Вот, в принципе... На этом серваке, я думаю, мне очень много, кстати говоря, трейдов прилетало, которые я вообще просто не вставил в видеоролик, потому что, в принципе, они были, может быть, даже нормальные, но, типа, зачем они нужны, если как будто бы, ну, я все равно на них трейдиться не буду. То есть там мне предлагали райд додо и в добавку еще чего-то там. Короче, много трейдов было. Мега райд кошку мне предлагали с добавкой райд фурию. Короче, вот что-то такое, но в основе, как бы, нормального ничего не давали. Кстати, этих цыпленок... Цыпленков из сахарной ваты вообще, как бы, ну, очень много становится что-то. Очень много что-то. Потому что до этого я заходил, я нигде не находил ни одного. А сейчас их кучи-кучи. Так, здесь у нас есть неон кенгуру. Есть, ну, этому я кидал. Нет, в принципе, на этом серваке, я думаю, мы будем с вами заканчивать. Давайте переходить на следующий сервак. Так, мне прилетел трейдик, и нам с вами предлагают райт льва стража, райт мехамел. Кстати, картинки до сих пор почему-то не прогружаются, я не понимаю, что это за баг. Райт мега-мяу, меха-мяу, мега-райт-кэт, неон райт-персиан-кэт, флай-ягненок, призрак, короче, мелочевка. Ну, в принципе, именно из-за того, что здесь много питомцев с поушен, этот рейд мог бы быть даже хорошим, честно говоря, потому что... Райт Лев Стас, этот Страж и прочее, даже Флай Огненок, они ценятся довольно, ну, хорошо. Но все-таки меня этот трейд не интересует. Кстати, я не успел записать, до этого мне кидала Флай Райт Черепаха трейд, и она просила от меня добавки, я ей предложил Райт Лань и Флай Де Айс, но она отказалась. Ну да ладно. Так, ну что, спустя некоторое время мне прилетает трейдик, и нам предлагают Фэр Оборотня, Фэр Зодиакального Цыпленка, Райт Флай Де Айс и Райт Голдохрон. В принципе, трейд, ну, прикольный уже, честно говоря, потому что здесь тут легендарки, все леги, Райт Флай, Флай Райт,
просто Райтке. И, в принципе, достаточно хороший, согласны? Это переводчик? Да, это переводчик, это не русский чел. Но нет, я, пожалуй, все-таки откажусь. Он спросил, наверное, скорее всего, не зря, потому что у него есть добавка. Ну да, нога дракон. Райд золотой махи. Что мы делаем? Мне кажется, надо оцептить. Ну, нога дракон здесь все зарешал, похоже. Давайте ему скажем, мне нужно подумать. Мне нужно подумать. У вас перемотка, а я думаю. Так, ну что ж, я подумал, в принципе, я думаю, давайте оцепним данный трейд, потому что, в принципе, он достаточно хороший, более-менее, не знаю, оцепнет ли он второй трейд. Я пока вот чекаю, в принципе, по именно, ну, как бы, питомцам это хорошо. Это прям достаточно хорошо. Это не то, что достаточно, это, ну, в принципе, вообще более-менее. То есть я за это даже, возможно, смогу получить что-то хорошее. Да, мы затрейдились. Давайте мы попробуем просто вот этот комплект сейчас затрейдить с вами на какую-нибудь Far-Right Kangaroo. Я не знаю, получится это или нет, будет это успех или не успех. Так, и что он нам кидает? Зачем трейд? Алло. У меня почему-то мяучит кот, хотя у него есть поесть, у него есть попить, у него теплая ложа его, где он спит, все хорошо, но он почему-то мяучит. Я на тебя подписана. Подождите, мы с ней трейдились? Стоп, погодите, я не понимаю, мы с кем трейдились? Я что-то немножечко не понял, ну так неинтересно. Стар Крусте. Так, ну-ка. Нет, это не она, 1, 2, 3, погодите. Так это она, алло, ну так нечестно, ну камон. Ну или в принципе нормально, или нет? Ну блин, ну я не знаю, честно ли это вообще, потому что это вообще была подписчица, алло. Блин, я не знаю. Ты не знаешь, это олд игрушки. Ну, блин, весь вайб. Минус вайб, потому что, ну... Как будто бы она, скорее всего, перепутила. Давайте попробуем на черепаху обменять. Давайте, если нам сейчас дадут черепаху, я ей черепаху просто подарю назад. Алло, она отклоняет, зачем ты мои трейды, ты... Алло! Олюм! Почему мои трейды отклоняются? Корова нету. Ну, точнее, она в трейде. Есть кенгуру. Вот кенгуру меня очень сильно интересует, в общем и целом. Давайте попробуем предложить наш супер-пупер. Алло! Я не понимаю, зачем ты отклоняешь сразу? Слышь, чел. Мы сразу ему покажем, что у нас есть мегафрост. Поэтому давай сиди, терпи. А то сидит он тут. Зачем он отклоняет? Тяжелый случай. Может, я реально обменялся себе не в окуп? Может быть, все-таки реально я немножечко прям вообще обменялся не в окуп? Ну я фиг знает, ну серьезно. Чел просто вообще не принимает. Вот девчонка на черепахе. Кидаем ей трейд по фастику. Алло, здравствуйте. Ну нет, она просто стоит. Есть другая черепаха, принимаем. Ой, точнее кидаем. Так, Fade Ice, вот так. Да почему ты подождать не можешь, алло? Господи, чё за бомжихи англичанки, я не понимаю. Алло, давайте мы ее забайтим, я ей даю... Кенгуру, вот так, НФР этого, Райт этого, Райт Баку, вот так. Мы просто ее забайтим за то, что она меня просто не ждет, понимаете? Она просто не ждет, ей просто сложно подождать. Если она сейчас не согласится, я вообще офигею, в смысле подожди. Она еще думает и вообще там в своем уме, алло. Я ей даю вообще очень много я ей даю, она, мне надо подумать. Ей надо подумать. Ей надо просто подумать. Ну, конечно. Алло. Отцептим. Ну, она что-то пишет, короче, непонятно. Что-то непонятно, короче. Нет, мы отклоняем. Так, черепаха у нас что? Черепаха? А вот эта девочка, она ждет, пока ей трейд, там, пока она посмотрит. Вот здесь еще есть одна черепаха только пришла. Давайте попробуем. Райт это, фэр это, райт это, нога дракон, райт этот и этот.
Ура! Наконец-то я смог выложить весь комплект в трейд. Ура, спасибо. Так, и чё? Отцептим? Нет, нет. Delete it. Эта девочка у нас, которая убегает все время, и мои трейды почему-то она просто не... О, ура, она приняла. Все, давайте это будет последний трейд. Если не даст, ну тогда не даст. Ну, она даже не дождалась. Ну, окей, все тогда, переходим к концу данного видеоролика. Ну что ж, мои дорогие пупсики, вот такой видеоролик у нас с вами получился. Я надеюсь, он вам понравился. Вы влепились в драгоценный лайкусик, подписались на мой YouTube каналчик. Также не забывайте включить уведомления, потому что всю эту неделю будет каждый день в 2 часа дня будет выходить по видеоролику. Всем, в принципе, спасибо за просмотр. С вами был я, Артём Фролов, и всем пока-пока. Ну а если ты еще не смотрел данные видеоролики, то настоятельно тебе рекомендую посмотреть их.